легендарный внучата. И если ты думаешь, что название этого ролика кликбейт, то я тебе отвечу, что нет. Здесь ты реально сможешь узнать способ, как же бесплатно получить вещи. Как же бесплатно получить робуксы, ну то есть получить робуксы, а потом купить себе вещи. Но только для этого, конечно же, тебе придется поработать, потому что, ну, бесплатно у нас ничего практически не бывает, в общем-то, на нашей земле. Поэтому, конечно же, тебе нужно будет поработать, например, 20 минут и получить, конечно же, свои робуксы, которые ты заработаешь и заслужишь своим трудом. И, в общем-то, давайте, ребятки, мы, собственно, перейдем в программу, а программа у нас называется Free Robux 2020. То есть мы с вами в этой программе будем зарабатывать робуксы. И, в общем-то, я сижу сегодня через эмулятор, а вы скачиваете, заходите в Play Market и скачиваете это приложение. Получается, Free Robux Lotto оно называется. Скачивайте его, заходите и начинайте выполнять все. Сейчас я вам покажу. Кстати, если вы хотите, чтобы я выпустила ролик, как же это все сделать на компьютере, то, конечно же, ставьте лайки и пишите комментарий, что вы хотите видео про компьютер, как же там зарабатывать на компьютере. И я обязательно для вас сниму такой ролик. Погнали! Ребятки, мы уже непосредственно находимся в нашем приложении. Если вдруг у вас компьютер, то просто скачайте любое приложение, эмулятор, например, BlueStacks, или, конечно же, еще там множество приложений есть, я не помню, как они называются, но в этом, в общем-то, это и не важно, ребятки. Мы просто скачиваем с вами любой эмулятор и устанавливаем на него это приложение, которое называется Free Robux Lotto 2020. И просто начинаем зарабатывать вот эти вот кристаллики. У нас есть вот этот вот баланс кристалликов, с помощью которого мы с вами можем выводить себе реально просто наши алмазики. То есть, ребят, один робукс стоит 150 алмазов. Вы накапливаете 150 алмазов и выводите себе робукс. Как это сейчас все организовать, я вам, конечно же, покажу. Смотрите, у нас есть вот такое предложение на 20 кристалликов. Мы заходим в него, и у нас загружается реклама. Загружается, ребятки, у нас реклама. Мы должны посмотреть две рекламы, и после этого у нас вылезет Scratch игра. Давайте, в общем-то, чтобы не рекламировать ничего, я сейчас это все заблюрю, и, конечно же, мы перейдем уже к тому моменту, когда я буду делать эту Scratch игру. У нас после просмотра двух реклам появляется вот такой вот скретч. Нам нужно стирать и смотреть, что же мы с вами выиграем. А выиграем мы сейчас, ребятки, два кристаллика. Довольно мало на самом деле, но если вот так вот постоянно сидеть, я думаю, что можно будет легко заработать, потому что, смотрите, здесь есть очень много заданий, которые прям выполняя, вы сможете получить реально робуксы. И, конечно же, очень много таких вот кристалликов, потому что люди реально писали, что они накопили по 5000 кристаллов под прошлым роликом. И если тебе интересно, то давай оставайся на этом ролике, и сейчас тебе покажу, в общем-то, когда я уже непосредственно накоплю алмазики, где их вывести, и покажу, конечно, что они у меня появились на аккаунте. Смотрите, ребятки, я уже наконец-то накопила 150 наших кристалликов, и сейчас мы с вами будем их выводить. Смотрите, для этого нам, ребятки, нужно нажать на вот эту вот кнопочку. Конечно же, нажать «Обменять», и нас сейчас перебросит на сайт. Здесь нам нужно будет с вами, в общем-то, выбирать аккаунт, на который нам нужно получить наши робуксы. Смотрите, ребята, мой баланс 151 рублинс, и 150 рублинсов — это как раз один робокс. Ребятки, вот здесь вот нам нужно нажать на Withdraw Robux, то есть вывести робуксы. Вот он мой ник, то есть куда мы с вами выводим робуксы. И, конечно же, нужно вступить в группу. Но я в нее уже вступала, потому что я уже зарабатывала здесь. Вот нажимаем на вот эту вот галочку «Я уже вступила» и нажимаем на Withdraw Robux. Пожалуйста, подождите, нам говорят, и смотрите, робуксы выведены. Сейчас мы с вами прям перейдем и сразу же посмотрим. У меня было 30 робуксов, должно быть 31 робукс. Ребятки, перезагружаем нашу страницу и смотрим, сколько же робуксов у нас стало. Вот, смотрите, 30 робуксов, и смотрим. Тут долго загружаешь. 31 робукс, ребятки, вот он, 31 робукс. Один робукс, который мы заработали, нам пришел. И чтобы вы не сомневались точно, прям вообще не сомневались, мы заходим в историю робуксов, в историю переведений. Вот, смотрите, сегодня мне дали один робукс из группы. То есть, ребят, этот способ реально работает. И если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, подпишись на канал, шлепни своей ладонью по кнопочке лайка. И, конечно же, если хочешь, чтобы я показала, как скачать BlueStacks эмулятор, чтобы зарабатывать деньги прямо на своем компьютере, вот эти вот робуксы, то, конечно же, напиши комментарий, чтобы я знала и начала для вас снимать видосик. Всем пока, легендарные внучата!